собрали тело, ум и начинаем делать вдох, взгляд прямо, выдох. Вторая форма, вот здесь начинается, вот выдох идет, делаю, вот на длинном выдохе получается, руки вожу сюда, а здесь вдох, вот по переходам, вдох, выдох, вдох, выдох. Дальше вдох, здесь переход, он совпадает вот с этим движением, выдох, вдох, выдох. Здесь тоже очень быстрый переход, вдох, выдох, вдох, выдох. Отшаг левой ногой, вдох, вот здесь на переходе, и выдох. Вот здесь переход, полный цикл дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Тоже полный цикл дыхания на переходе. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Отшаг левой ногой, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И третий раз делаем вдох, выдох, вдох, выдох. И прикрыли глаза, постояли. Итак, замечания, которые вот наиболее заметно у новичков встречаются и у кого-то из вас вижу. Первое, когда вы слишком близко к телу проводите, вот первая форма, ладони к небу поднимаем. И когда вы забываете посмотреть наверх, опустить голову, а потом руки технически. На самом деле форма достаточно простая. Важно найти баланс, не слишком сильно тянуться. Вот видите, даже солнышко вышло. Умеренно. И опуститься, расслабились. Мы, как правило, все время чередуем какое-то натяжение усилия и расслабление. Натяжение, как правило, у нас на вдохе идет. Здесь понятно по этой форме? Если что, сразу задавайте вопросы. Вторая форма, координация чуть сложнее идет. Здесь чаще встречаются ошибки. Начинается движение с переноса на правую ногу, отшаг левой. Здесь нужно синхронизировать вот эти действия. Посмотрите расположение рук. Локти тянутся вниз, не прижимайте к себе. Вот примерно 90 градусов в локтях. И отсюда мы растягиваем одновременно между коленями и руками. Вот это неправильно. Вот это неправильно. Весь тело 50 на 50. И видите, у меня как столб. Вот такое раскрытое положение. Вот такое положение. Вот одна ладонь. Вот вторая. И еще одна ошибка важная. Плечи. Поднятые плечи. Вот вы в конце можете осознанно раз и притопить свои плечи. Вот, притопить. В другую. Переход как делается. Вот такое движение по кругу, вот такое. Одновременно это раскрывается, и весь тело пошел. Раз, два, отшаг в другую сторону. Вот я синхронизировал отшаг с этим движением. И начинаю формировать ладони, притапливаю плечи. Еще ошибки. Наклон тела вперед. Таз отведен назад таким образом. Вот.
Неправильно формируем колени, они внутри. Колени примерно над стопами должны находиться. Пока делайте влево-право, я еще посмотрю ошибки наиболее важные. Ну, в идеале стопы параллельны и вот такая двойная ширина плеч. Тяжело, если вы можете чуть повыше вот так встать, либо чуть-чуть сократить, ну, такой позиции сделать. Совсем тяжело, можно вообще вот так стоя делать. Есть. Третья форма – разделять небо и землю. Вот мы очередной раз сделали, вернулись, через столб Тибао вывели сюда. И здесь вот этот перекос неправильно. Нужно, чтобы на одной линии плечи были внутри. Локти остаются чуть-чуть согнутые, не полностью, чуть-чуть согнутые. И здесь, и здесь. Здесь пальцы вперед, и здесь пальцы внутрь. И вот здесь вот такое вкручивание, попробовать вкручивание. А эта ладонь вот сюда вкручивание, надавливание. Вот такое. Я покажу немножко чрезмерно вот такое. Вот такое. Так делать не надо, конечно, но внутри вот этот изгиб, винт вы должны почувствовать. Лосюань, вкручивание. Следующее. Опустили такой столб, вышли в такой, раскрываемся. Здесь важно довернуть, насколько возможно, ладони. Некоторые вот так оставлять. Полное вращение, чтобы плечевые суставы раскрылись, вернулись. И подбородок должен на одной уровне вот поворачиваться. Не задирайте его, подбородок. Вот, есть. Следующая форма. Вращение. Очередной раз сделал и выполнил отшаг правой ногой в сторону, через центр. Вытянулся, сели. Очень важно, опять же, вот это положение. Видите, вот положение. Прямо. Стопы параллельны, прямо. Не наклоняемся, таз назад не отводим. Собрать живот. Здесь сначала немножко приподняться, вытянуться. Видите, я сидел так, вытянулся. Пошел вращение. Не забывайте, что у меня и шея тоже вращается. Я сначала на одну стопу, потом на вторую, потом сюда, сюда немножко вверх. И в конце раз и сел. Опять вытянулся. Пошел вращение сюда. И так, оп, сел. Сюда раз. Я так утрированно показываю. Сел. Есть. Мы выполняли отшаг правой ногой, вернули правую ногу на место. И руки через стороны, ладонями навстречу перед собой. Наклоны только что мы с вами делали. Здесь важно завести сюда и легкое прижимание, прямо скольжение. Там в названиях это тоже есть. Помогает осознать поясницу, почувствовать ягодичные мышцы, задние бедра, прямо надавливаем немножко. Делаем наклон на одной линии. Здесь, посмотрите, взгляд, шея не вот так и не вот так. Примерно вот перед собой сюда смотрите, тогда шейные позвонки и спина будут на одной линии. Делаем. Вывели руки. Опустили. И седьмую форму, которую вот сегодня мы с вами подробно разобрали. Выполняем отшаг левой ноги в сторону, собрали. Пристальный взгляд на кулак. Посмотрите, где вращение. Вот здесь, в этой зоне. То есть локоть как бы трется. Трется и в конце вращение. И полный оборот всем телом. Опять же требование к положению телу. Кулак. Смотрите, сжимаем пальцы. Раз, два. И большой палец, средний указательный палец фиксирует таким образом. И пристально смотрим на кулак. Есть. Возвращаемся. Стопы параллельны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И запечатали. И в этом комфортном настроение, постояли немножко.
Итак, столб Тибау-Джан, наша стартовая начальная позиция комплекса. В ней мы сосредотачиваем наш ум на выполнение комплекса, отпускаем все лишнее напряжение, проверяем дыхание. Дыхание, естественно, спокойное. Ну и для тех, кто погружен в систему Яйцуань, мы кратко собираем усилия по направлениям. Назад-вперед, назад-наружу-вперед, внутрь, назад-вверх-вперед-вниз. И тем самым мы уже более осознанно и более в системе Яйцуань, используя вот эти навыки, начинаем выполнять комплекс. Ну а детали, как именно усилия Яйцуань в комплексе работают, я отдельно сделаю видео, чтобы так уже более тщательно, детально посмотреть вот эти интересные вещи. Ну а пока начинаем. Вдох, первая форма. Потянулись. Посмотрели наверх. Голову прямо. Выдох. Также я буду средний темп поддерживать, но в принципе по готовности можно еще более медленно растянуть вдох. Более опытные практики обычно делают чуть помедленнее. Начинающим можно вот выбирать, как вам удобно. Вдох. Как удобно держать дыхание. Вторая форма. Выполняем отшаг. Вдох. Стрельба из лука. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. Третья форма. Раздвигаем небо и землю. Вдох. По диагонали натяжение. Выдох. И вот через позицию Чинбао. Вдох. Выдох. Не фиксирую, естественно, Чинбао. Вдох. Выдох. Все тело работает. Вдох. Выдох. Еще два раза. Четвертая форма. Взгляд назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Раскрываем грудную клетку и обратное движение закрываем. Пятая форма. Отшаг левой ноги в сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наклоны. Вдох. Выдох. А здесь через фубао-джуан, обратите внимание, захожу. Вдох. Завел руки назад. Скольжение. Выдох. Сзади. Натянул руки. Вдох. Выдох. Продолжаем.
и удар кулаком. Отшаг выполняем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь небольшой доворот поясницы. Именно небольшой, поскольку в этом положении сильно ее не повернешь. Да и не надо сильно. Вот этот небольшой поворот, он очень ценен при зафиксированных вот этом, вот этих стопах. И восьмая форма. Вдох. Выдох. Вдох. Натянули. Выдох. И тибалджу.